Всем привет, я Юлия Андреева. Прогноз погоды на среду, 4 сентября, представляет салон «Штор Белая река». Классический стиль, а может и немного кичи. Быть может, индивидуальная форма. Сотни вариантов того, как будет выглядеть ваша квартира, можно найти в магазине «Белая река». Шторы как украшение дома. Эта среда обещает быть чуть ли не самым солнечным днем недели. На территории Кировской области будет до плюс 21 градуса. Правда, на юге области, как бы странно это ни звучало, будет больше всего облаков. Пасмурно и плюс 16. Это в Вятских Полянах. В Кирове в среду будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 6, плюс 8. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Ветер подует южный со скоростью до 2 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 53%. Магнитное поле спокойное. Солнечное настроение, красота и комфорт в любую погоду. В жилом комплексе «Знак» от группы компании «Железно». Продолжительность светового дня в среду составит 13 часов 49 минут. Луна по-прежнему растущая. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на среду, 4 сентября. Пока-пока. Мы всегда думаем о человеке. Купите квартиру в суперсовременном жилом комплексе «Знак» от застройщика «Железно». А место для хранения вещей, личную кладовую, получите в подарок. Жить в комфорте – это «Знак». «Железно» строим для счастья. Три пятерки, три восьмерки.